У нас такая обратная реакция после видео Димаша. Просто жесть. Утро было веселое. Это настоящая бомбардировка комментариями, где мы узнали, что он спел песню Дивы из «Пятого элемента». И я в предвкушении. Если честно, вы нам столько всего рассказали. Произношение его имени. Я стараюсь произносить правильно. Мы научимся. И как мы поняли, он выше, чем мы думали. Там даже кто-то спрашивал, какой у нас рост. Да, я видел. Мы по-любому ниже. Просто сцена огромная. И он кажется таким малюсеньким. В итоге там 6 футов 3 дюйма. Это из-за ракурса. Это получается, он выше меня. Я где-то 5'11". А я 6'1". Он и меня выше. А его голос, это дофигелион футов. Да по-любому. Это ж гигант. Мы также узнали, что у него сейчас не 6 октав, а уже 7. Так нам написали. Вы вообще много чего написали. Поэтому мы и делаем это. Нам нравится познавать что-то. Нам нравятся ваши ответы и обратная связь. То, что вы все из разных стран и дарите нам столько позитива. И это было весело. Вы все красавчики. Нам нужно было это все рассказать. А теперь смотрим его версию «Дива Данс». Вынеси нас, Димаш. Мы только что только слушали версию с «Пятого элемента», и это звучит тютелька в тютельку. Клянусь, это был он. Они просто взяли это из будущего. Да-да, так и было. И знаешь, что поражает больше всего? Я до сих пор представляю, что эта эпическая сцена сгенерирована компьютером. Но вот это же реально. Он настолько идеален, что это звучит как что-то, созданное машиной. Офигеть же! Как же высоко. Безумие какое-то. Впечатляет. Парень просто чудо. Просто невозможно. Невозможно что-то сказать. А чё ты тут скажешь? Вроде пытаешься. Тут нечего говорить. Просто смотри. Мы узнали много вещей о нем. Он много работал. Чтобы стать, я бы сказал, одним из лучших певцов в мире. Если судить его самоотдача, если судить по вашим комментариям, то он самый лучший певец в мире. Он занимается плаванием, дыхательными техниками, так что он заслуживает этого. Безмерно уважаю его. Ох, ты слышал? Да, да. Я ждал этот момент. Я хотел увидеть, как он возьмет здесь вот эти низы. Все писали в комментариях, что мы еще не слышали его низы. И вот нате, распишитесь. Как же я ждал этого? Какой же он без даты? И это он смог. Вот она. Это вот эта часть. Мы слушали версию с «Пятого элемента», и я тогда сказал, хрен он это споет. И если сравнить с фильмом, там они добавили туда какой-то инструмент, чтобы это получилось. А здесь нет. Это все его голос. Это просто взрыв мозга. Мне интересно, что же будет дальше. Полный отпад. Боже ты мой. Я хотел бы послушать это снова. Можно я вернусь назад? Там как будто было одновременно и глубоко, и высоко. Я не знаю, как правильно объяснить это.
ума сойти от того, насколько это идеально. Я даже... Нет ни грамма. Нет ни грамма вероятности, что он ошибется. Он так шустро скачет сверху вниз. Но при этом он не теряет плавность. Непогрешимо. Спасибо, ребята, что вы привели нас к нему. И за то, что мы столько всего узнаем. Вы нам столько всего там накидали. Для просмотра. Чтобы мы погрузились в его голос. Это феноменально. И я читал один комментарий, там написано, что Мэрайа Кэрри курит в сторонке. Нет, я не это имел в виду. Помнишь, ты говорил? Я сравнил ее в плане октавы. Я не говорил, что она поет как он. Прикольно же получилось. Он, конечно, не сравним. И, ребята, я еще хотел... Мы до сих пор не слышали, чтобы он пел что-то. Слова? Да, я про слова. Мы до этого доберемся. По-любому.